Фу, ботан, фу! Ты хочешь сразу? У тебя самооценка, смотрю, блин, губа не дура. Ну да, конечно. Я сюда пошла хорошего выбирать. Губа не дура, пацаны. Давайте не будем трепаться, берем за 500. Все согласны? Что, уступим? Давай уступим, посмотрим за 500. Артур, 22 года, парень, который переехал из Индии на Украину. Артур обладает хорошим чувством юмора и прекрасным смехом. Интересно, с какой он планеты на самом деле. Давайте все-таки дадим шанс и посмотрим. Я играю. Я играю. Он веселый. Интересно, с какой планеты. Я его когда-нибудь научу. Здорово, нахуй. Я глухуюватый. Я глухуюватый, я не чую. Чем ты можешь удивить нас? Я в молодости пошел на массаж. Мне там мой друг Витян засунул, типа, натянул перчатку и засунул мне в жопу руку по локоть. Это было так приятно. И теперь я каждую женщину, с которой был, прошу... Петь умеешь? Да, да. Спой. А можно я буду танцевать? Ты умеешь танцевать? Пырышки-пупырышки-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 пыр
что ты гонишь? Нож на районе, не звонят, а звонят, от стены все в балоне. Рофу, реально. Нож на районе, стою. Пырышки-пупырышки, ля, это что за песня старая такая? Районе. Спасибо. У нас классно получилось. Я уже хочу переехать в другую страну. Я повышаю. Ля, я пасую. Мне, конечно, танцы очень понравились, но я немного боюсь иностранцев, поэтому я пасую. Шкура ебаная! Покажи свой рахат лукумчик. Бывают моменты, когда сумно и само, и быцем бы есть кому потелефоновать, але разумеешь... Ни то, ни сё, ни бей, ни кукареку. Я пас. Да ёбан! Расизм! Да, я забираю. Расизм! В отличие от других, у него хорошее телосложение. Он перспективный парень. Угу. Тем более иностранец, такой он изюминкой. Я думаю, мы познакомимся и интересно проведем время. Ну, давайте за 100 посмотрим. Давайте лучше за 300. За 100 вообще ни о чем были. Ну, ага. Все же. Все, попытаем давайте дальше. За 300. Смотрим за 300. Виталий, 27 лет. Украинский герой. Второе имя – Попеч. Величайший Попеч. Игрок Доты. Не ищет девушку. Пришел на программу, чтобы срубить бабок. Это интересно. Давайте посмотрим. Необычное. Я посмотрю. Все вылезет. Под випу, на, под випу. На! А вы все думали, когда же я появлюсь? Хотел спросить, не ожидали? Но вы, наверное, ожидали. Вот он я! Всем привет! О, так вы женского пола. А то есть ты цветы не даришь? Ну вообще, мне кажется, за свою жизнь я подарил больше цветов учительницам в младших классах, чем девушкам. Ты должен показать что-то интересное, чтобы удивить нас. А, сейчас покажу прикол. В кармане, оказывается, есть. Сейчас встану. Оп! Пиджак, сними, пожалуйста. Это, конечно, отличная идея. И торс. Сними. Нет, торс можно оставить. Нам нужен торс. Что ты несешь, блядь? Я тебе могу только нахуй послать, извини. Но мы же должны узнать. Бог он или нет? Что происходит? Что это такое? Ого. Да, это жестко. Ну как? Ну фигурка-то ничего, да, ничего. А я говорил! Папича раздели, пацаны. У тебя все при тебе, как бы умный, да? А, ты не гей? Во-первых, Чуваки, ну это ж бан. Я, наверное, пас. Не мой уровень. Мой выше. Давайте середину посмотрим. Золотая середина, она всегда вкуснее. Если все говорят... Спасибо большое, Эрик Бомб. Спасибо тебе огромное, чудо. Спасибо за сам. 500, значит 500. Так, давайте посмотрим за 500.
Дмитрий. Ой, Джесс. 26 лет. Ему 26 лет? Хераси, он старик. Чего? Спасибо за подарочную подписочку. Спасибо большое. Ищи даму, на палец которой наденет фамильное обручальное кольцо. Я играю. 500 жалко. Я в игре. Ну хорошо, бог с тобой. Я в игре. Саня, хуй соси. Какие же вы тупые девки. Ой, ребята, всем привет. Боже мой. А ты почему это назначил цену на 500? За 500? Да иди ты нахуй, шлюха, блядь. Ты что, дебил? Может, ты? А ты сильный? Да. Можешь ее поднять на руки? Слабо? Нет, я не боюсь. Давай, выходи, Ксюня. Не-не-не, набудем, набудем. Ну, 100% подписчик, братишки. Ну. Тут плюсы, пацаны. Помогите! Где бы в мой фитнес-зал заходить немножко, блин. Тихо! Свинья, реально. Удиви нам чем-нибудь другим. Вот ты какая, а? О, интересно, давай. Только не убейся, пожалуйста, хорошо? Ой, спасибо, ребят, что за день? А что это за... Что это они делают? Что за чуваки? Почему они сюда приходят и дарят подписки за 50 рублей? Что за хуйня? Чуваки... А это боты, которые пишут мне или кто? Я сомневаюсь, что это типа шейхи, чуваки, нет. Это не... Я просто поняла, по-моему. Пожалуйста, не пишите им, если вы меня уважаете. Кто-то меня уважает, не пишите им, пожалуйста. Я больше благодарить их не буду. Чуваки, если вы хотите подарить подписку, берете... И молча их дарите, не надо просить отписать вам БЛС, или чтобы вам платили деньги, если вы меня уважаете. Пожалуйста. Если вы меня уважаете, не отписывайте им в личку. Просто. Я пас! Я пас. Давай, молодец. Ты тоже пасуй, а я пошла. Я поняла, что не я буду. Модрый, можете их банить пермачом, пожалуйста? Стоп. Что стоп? Ты понимаешь, девочка маленькая, хрупенькая, ты же домой не дойдешь, все кости переломают. Так, этих тупых девок. Направо и налево, эй, направо и налево, бой, я стреляю с кормой, я стреляю с пермой, направо и налево, эй, направо и налево, бой, я стреляю с кормой. Какие? Ля, какие? Сейчас чекнем. Не посмотрим? Верю, верю. Вот они, удачи тебе! Ссылка удалена. Ты что нахуй? Ну, короче, мы досмотрели, ладно. Не особо, типа, тут есть смешные моменты, но некоторые...